Есть еще вот такие зелененькие. Держится молоденькое дерево. А, это бересклет. Вот еще один такой же молодой и зеленый. То есть бересклет тоже выдерживает похолодание. Еще держится. О, какой. Но он, да, он не краснеет, он желтеет. У него нежно-лимонные такие листики становятся. Еще какое-то растение. Вот. Кустики зеленые. Тень не очень видно, но... И много бересклета видно там, да. Вот такой еще есть. Понятия не имею, что это, но вот. Такие кустики много еще тоже. Калина еще не сбросила листву. Еще потому, что достаточно тепло. Ну вот, дуб уже такой.